Друзья, всем привет! Опять я выбрался на рыбалку, и меня преследует это чучело. Просто вымогает. Уже покушал, вчера леща едал. Съел такого леща хорошего. И сегодня вымогает. И сегодня косточки дал от щуки, и кишки дал. И все равно вымогает. Я тебе говорю, я приеду, если поймаете, привезу. Да, привезу. Все. Мы собрались вот. Сейчас поплывем. Сегодня такая погода. Ветер. Вот. Может, сегодня хоть при таком ветре щучка проклюнется. Водичка чистая. Видно дно. Ну, хватит плакать. Язык спрячь. Спрячь язык. Язык спрячь. Я поехал, поймаю, привезу, да? Договорились? Вот такое красивое место, вот. Гора прямо, обрыв, и там хорошая ямка. По эхолоту видно, что рыбы очень много, но белый. Очень такое перспективное место. Надо отсюда уезжать, потому что опять начали стрельбище. И пули здесь рикошетом летят в воду. Там впереди меня он, мужичок, катает живца. Сейчас сделаю пару запросов, подъеду отсюда. Страшно. Они там из автоматов стреляют, из пулеметов. Рикошет сюда прилетает конкретно. Видно, что рыба неактивна, потому что вчера, когда поймал щучку, она была вся в пиявках. Ну что, пока тишина. Я вот, скажем так, дурачусь. Сплавом иду потихоньку, слушаю музыку и кидаю такой вот китайский ратлин по камышам. Может, что-то где-то и выстрелит. Судя по тому, что рыбка вчера начала клевать с 2:30, надо ждать выхода. Сейчас выхода нет, поэтому клево точнее. Вот я плыву и бросаю ратлин. Дешевый, китайский, но он рабочий. Может и выстрелит. Там посмотрим. Лодочка потихоньку плывет. Ветерок дует. Как в фильме «Белое солнце пустыни». Что еще для счастья надо? Ладно, ребят, если что-то будет, я включусь. Ребята, я не знаю, у меня камера глючит. Стою вот в лилиях. Ловлю на хедон щучку. Один хедон у меня с рыбы ушел.
Хеден как-то она хитро взяла так под бороду. В итоге у меня уже 3 щучки. Камера зависает. Постоянно пишет, что у меня медленная карта памяти. Я попозже вам покажу свой улов. Продолжаем. Друзья, вот воблер Хеден. Камера меня опять подвела. И вот мой сегодняшний улов. Вот такие вот 3 щучки. И один воблер ушел. Хеден оторвался. Там, где заводное кольцо входит, вот здесь. Но ничего. Зато мелководье порадовало рыбкой. Все, всем пока. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. Добрый вечер опять. Как и обещал, котику рыбку маленькую не поймал. Сейчас будем щучку ей отдавать. И еще раз вам покажу. Друзья, опять зависла камера. Ну, покормил я котика. Осталось вот 2 щучки. Отрезал ей голову. Ну, от щучки. Вот. Щучка 3-я. Отрезал кошечке голову. И 2 вот плавает. Рыбалка доволен. Единственное, что камера сегодня подводит целый день. Постоянно пишет мне, что у меня очень чеслабая, медленная карта памяти. Хотя карта памяти здесь стоит хорошая. 63 гигабайта. Samsung. Раньше такого не было. Почему сейчас такое, не знаю. В целом рыбалка доволен. Щучки хорошие. Одна такая где-то по 2 килограмма. Вторая килограмм, может, с копейками. Брали жадно, хорошо. Воблер Хеден один оторвался. То есть я вытащил поводок. Поводок застегнутый. Для меня была это загадка. Ну, а потом я понял, что он просто... Заводное кольцо само на воблере. Или лопнуло, или прогнило, или не знаю. Сам факт, что воблер ушел. Я искал, искал, не нашел. Ну, перед этим или был зацеп, или была поклевка, так и не понял. После этого слабина в шнуре, выматываю, и поводок голый. Воблера нет. Все, друзья, на этом все. Завтра опять поеду на рыбалку. Сейчас буду делать котлеты. Не котлеты, вернее, жарить вот эту щучку. Все, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.